Добрый день, друзья! Вы на канале Севастопол Лайф. Я давно не появлялся на видео. Были для этого косвенные причины. Наш канал подвергся и атаке, и нас неоднократно блокировали. Мы выстояли, наконец-то снова готовы работать. Ну и сегодня я хочу вам показать это кадры укладки последнего слоя асфальта на Крымском мосту. Как говорится, Крымский мост наконец-то восстановлен. Всего прошло, сколько у нас, с 8 октября был теракт на Крымском мосту. 8 октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ну, можно считать, что за 4 месяца Россия полностью восстановила Крымский мост. Ну, давайте посмотрим несколько кадров. А вы обязательно подпишитесь на канал. У нас будет много интересного. У нас начинаются прямые трансляции, ведутся. У нас есть возможность показывать вам прямые обращения и президента России, и первых лиц государства. Поэтому с вас обязательно подписка на канал. А мы благодарим пресс-службу ФКУ Упордор-Тамань за предоставленные кадры укладки последнего слоя асфальта на Крымском мосту. Смотрим.